Глаза юных гимнасток горят. Чему научились на мастер-классах, сегодня показывают и самим педагогам, и родителям. Эти зрители заведомо любящие и поддерживающие. Поработали над эмоциональностью, над своей, то есть улучшили актерское мастерство, это в первую очередь. Также улучшили танцевальную подготовку, стали лучше работать как раз с эмоциями, с телом, с подачей. Спортсменам необходимо всесторонне развиваться, уверена российская гимнастка Любовь Барыкина, автор проекта «Искусство в спорте», который реализовали в 11 странах и городах мира. Именно поэтому наряду с циркачами и хореографами она пригласила в проект художников. Именно здесь у нас получилось задействовать лучших художников Алтайского края, поскольку я являюсь академиком Российской академии художеств. Сам президент Российского союза художников связался с Алтайским союзом, с Алтайским отделением. И сделал это возможным, чтобы лучшие преподаватели пришли к нам, и вот в этом зале 82 человека сидели, рисовали, получали знания от этих художников. Я рисовала квадрат Ильичевой. Ага. И как? Успешно. А ты? Ну, я рисовала грибы, вот, такую полянку с грибочками, тоже было очень интересно и познавательно. Получилась целая экспозиция из творческих работ гимнасток. Ну а на ковре разнообразие других работ, хореографических. Может быть, у некоторых и был какой-то определенный, ну, как бы ступор чуть-чуть. Но потом все прошло прекрасно. День-два маленькие и средние группы адаптировались к ней, к ее требованиям. И я думаю, что она должна остаться довольна. Знаю, что старшими нашими спортсменками, в принципе, она довольна. Финальным аккордом гала-концерта стала композиция «Искусство». Вдохновение Любовь черпала из работ Пикассо. Ленты были красками, которыми рисовали гимнастки. Кстати, Любовь Барыкина на Алтае побывала впервые, но уже готова к дальнейшему сотрудничеству с нашими педагогами и спортсменками. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.